Ситигова. Юль, как ощущение от битвы, как ощущение от соперницы? Ощущения самые положительные. Хотелось бы поблагодарить гостеприимных казанцев и публику, поблагодарить всех, кто принимает участие в организации этого турнира, и всех, кто поддерживает, а также спорткомитет, президент. Я думаю, что другим можно брать пример с этого спортивного, замечательного города и вообще социальной политики, которую проводят здесь, в Татарстане. На самом деле, я себя чувствую здесь как дома, не чувствую как в гостях. Очень уютный город, где легко ориентироваться. Вот здесь присутствует мой отец Александр Васильевич Березиков, который сейчас трудится в Республике Татарстан. Я вам передаю привет. Папа, спасибо, что пришел. Лично поблагодарить Андрея Николаевна, именно благодаря ему я попала на этот замечательный турнир. И, конечно же, всю Федерацию тайского бокса, которые помогают, и моим секундантам, товарищам по команде, Артему и Алексею. Алексей, поздравить с победой. Передать дяде Вове привет в Сочи, поблагодарить своего тренера Александра Колесникова и Максима Игнатенко. Также Алексей. Ох, Юль, вы все о работе, о работе. Сегодня куда пойдете отдыхать? Я думаю, отдыхать, домой, спать. То есть мы вас в клубе не увидим? Я уже здесь потанцевала. Помните, драка в клубе была? Юля уже была в клубе. Друзья, ваши аплодисменты. Юлия Березина, спасибо.